Добрый день, уважаемые друзья, дамы и господа. Рад приветствовать вас на этом безумно интересном и в какой-то мере уникальном мероприятии, посвященном русскому балету. Всемирный клуб петербуржцев объединяет людей разных возрастов, национальностей, вероисповедания, но все мы объединены огромной любовью к нашему городу, Санкт-Петербургу. Мы приветствуем это событие, которое имеет очень благородную цель – благотворительную, сбор средств для больницы Рауфуса. И Всемирный клуб петербуржцев по мере своих возможностей, конечно, будет в этом деле участвовать. Прекрасно. Надежда Веселова. Добрый вечер, господа, дамы и господа. Я с вами. Вы знаете, я смотрю сейчас на вас, и мне хочется сделать кран ЖТ и оказаться вместе с вами в этом замечательном месте. Я вспоминаю великолепные моменты того периода времени, когда я училась в Академии русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой и закончила эту академию по классу Аллы Евгеньевны Осипенко, также одной из легенд русского балета. И очень много воспоминаний, кстати, вот Алла Евгеньевна рассказывала про Галину Сергеевну Уланову, что это место, это колыбель русского балета. Это то, что происходит там, это нигде в мире не происходит. Сейчас вы видите на стенах вот эти вот моменты жизни великих-великих людей. Здесь же Уланова, Дудинская, Сергеев, Вячеслава, Зубковская. Все самые лучшие, самые большие люди. И эти моменты, которые слегка застывшие на стене, это жизнь этих великих легендарных людей. И просто огромный колокол. Нашему разговору. Вот вчера Олег Михайлович Виноградов показал мне уникальную книжку «Русский мир в лицах» Уланова Галина Сергеевна. Я прочту очень маленькую цитату из этой книги. Мне кажется, это было бы замечательным эпиграфом к разговору, который мы с вами здесь из Петербурга будем вести. 20 век вознес Галину Уланову на тот пьедестал из карерского мрамора, с высоты которого на землю смотрят лишь ангелы. Еще не знала история искусств артиста, одно имя которого обжигало бы льдом оцепенения и огнем восторга. Еще не знала история искусств артиста, которому при жизни устанавливали бы памятники. Еще не знала история искусств артиста, триумф вселенской славы которому оказался бы столь в чуже. Обыкновенная богиня, так называли Уланову по привычке. Богиня, пожалуй, единственное, что было понятно в Улановой, не вызывала вопросов, как понятно и не вызывают вопросы смена времен года, закат на западе и восход солнца на востоке, прилив и отлив волн океана. И я хотел бы сейчас пригласить начать нашу замечательную дискуссию, конференцию удивительного человека. А я потрачу время специально для того, чтобы полно представить Олега Михайловича Виноградова. И боюсь, что занял бы достаточно много времени. Но обязательные вещи, знаковые, представляя этого человека, хочу назвать.
председатель экспертной комиссии по танцу при ЮНЕСКО Санкт-Петербургское отделение, лауреат 12 международных премий, в том числе 2 премий Парижской академии танца, премии французских кинематографистов, премии Пикассо, премии Лоуренса Оливье, народный артист СССР, народный артист Российской Федерации, лауреат государственных премий России, художественный руководитель и главный балетмейстер балета Мариинского театра 23 года, основатель Кировской балетной академии «Вашингтон», художественный руководитель универсального балета в Сеуле, Корея, в течение последних 20 лет, академик Олег Михайлович Виноградов. Дорогая Канада, здравствуйте! В 86 году, после 18-месячной блокады, впервые Мариинский театр приехал в Северную Америку. Сначала была Канада, которую мы видели впервые, и триумф в каждом из городов. Нам этого не забыть никогда. После этого впервые Америка и американский президент Рональд Рейган сам представляет нашу труппу на центральном телевидении Америки и комментирует балет «Лебединое озеро». С тех пор балет Мариинского театра, наша Академия Вагановой постоянно посещают Канаду, Северную Америку, устанавливают связи между профессионалами, помогают школам, театрам, коллективам различным. Наши ансамбли постоянно приезжают в Канаду, и наши взаимодействия с канадскими профессионалами, такими профессионалами, как Соломон Тенсон, который является одним из ведущих пропагандистов этого прекрасного искусства в мире, представляя не только наш русский балет, но и собирая созвездие ведущих мастеров балета во всем мире. 25 лет мы работаем с ним, и все самые большие звезды мирового балета, от Парижской оперы до Королевского балета Лондона, Мариинского Большого театра, начинали его антреприза. Мы принесли кусочек маленький, ну не маленький кусочек, правда, большой кусочек, но тут просто пару экспонатов, то, что мы делали в нашей жизни. И история была такого рода. В один из дней, когда как бы на России Советский Союз распадался, Рудольф Нуриев пригласил Надину, учительницу, Аллу Осипенко, которую вот сейчас недавно в России объявили одной из лучших балерин 20 века. И самое важное, что все это способствовало тому, чтобы поднять уровень мирового балета не только в Канаде, потому что мы объездили все страны мира и постоянно показывали, так сказать, наш прогресс нашего балетного искусства. А сейчас вам повезло в том, что вы, и вот мы находимся, и вы видите все это, святая святых мирового балета в Академии Вагановой, где было такое созвездие, и до сих пор продолжается, самое большое созвездие звезд, которые зажигались именно здесь, именно в Петербурге. Мариус Петипа, Анна Павлова, Списивцева, Вослав Нижинский, Рудольф Нуриев, Михаил Барышников, Наталья Макарова, Наталья Дудинская. И вот рядом со мной сидит одна из самых больших звезд Мариинского театра, прима-балерина Габриэла Комлева, да, которая является гордостью нашего балета, мирового балета. Ее знает весь мир. И она работала вместе с Улановой так же, как и мне посчастливилось. Об этом позже я расскажу. Но вот я хочу сказать о том, что мы и лично вот такие звезды, как Габриэла, они продолжают вот то наследие, которое формировала также и Галина Сергеевна Уланова. С
человеком необычайного обаяния и какая-то особенная. Ее не зря Толстой назвал обыкновенной богиней. Это не случайно. В моей жизни было много встреч с Галиной Сергеевной. Я хочу вспомнить, пожалуй, две из них. 62-й год. При приглашении от Ильи Николаевича Григоровича станцевать в Большом театре «Спящая красавица». Вас пригласили. Меня приглашают. И репетитором со мной была Галина Сергеевна. Вы знаете, я очень волновалась, потому что все-таки у нас школа одна, московская, ленинградская тогда. Но все-таки мы немножко разные. И волнение было не случайно. Но, вы знаете, не было никаких разночтений, никаких разногласий. И было так приятно с ней работать, потому что все шло как-то в лесу. Она была необычайно внимательна. Она принесла какие-то свои украшения, какую-то специальную диадему для второго акта. Она меня опекала очень, как свою, как будто бы любимую ученицу. Если как будто она со мной давно работала. Светлана Медриган, это наша группа «Актива», которая сегодня подключилась, боясь. Виталий Гамбаров сказал о том, что мы предоставляем несколько работ на аукцион для сбора средств в детскую больницу Раухуса. Одна работа со стороны Монреаля от скульптора Гамбарова, вторая работа от Алексея Дымова, вашего покорного слуги, вот там она стоит у нас в зале Перова. И третья работа от Александра Левина, композиция «Белые ночи». Все они будут проданы с целью сбора средств. И вот эту работу мы хотим презентовать. Вы видите, да? У нее эту молодую совсем живую балерину. И она говорит по-русски. Я ее показали бы лучше, она потрясающая. Да, значит, я хотел бы рассказать, что вот это вот мероприятие проводится в рамках канадского месяца русского наследия, русского культурного наследия в Канаде. Значит, я хочу вам ответить на это, что сегодня Вагановская академия перестала быть закрытой, недоступной. Наоборот, новый руководитель открыл двери для всех талантливых детей со всего мира и регулярно проходят просмотры и реальные, и по видео. Николай Максимович очень интересуется не только русскими талантами, но и всегда наша Академия помогала всему миру. Мы для этого и существуем. Поэтому, пожалуйста, обратитесь официально. На сайте есть вся документация. Этот храм ждет талантливых, замечательных детей. Мы рады будем вас видеть. Значит, во время такого распада Советского Союза Алла Евгеньевна Надина, учительница, она была подруга ближайшая и с Нуриевым, и с Барышниковым, люди, которые бежали. Так что ей очень было сложно что-либо поднять голову где-то. Хоть она легенда вообще Кировского театра и мирового балета. Значит, Нуриев приглашает ее. Нуриев, который директор Парижской оперы в это время балета, приглашает ее преподавать в Парижскую оперу. И
она немедленно звонит своей самой любимой ученице Наденьке. А это очень интересная линия, сейчас я вам расскажу. Значит, первое, с чего начался современный балет, который мы сейчас знаем, началось с имени Энрико Чекетти, это итальянский артист, который приехал в Петербург, и во времена, когда Чайковский делал «Спящую красавицу» и «Лебединое озеро», он танцевал. Когда он закончил танцевать, он остался в Петербурге, и он стал учить. Среди его потрясающих артистов, кого он учил, была Агриппина Ваганова, которая была самая умная. Она создала всю весь силабус балета этого. А ее последней ученицей была Алла Осипенко. А ее ученица была Надя. Галина Уланова, это тоже выпуск Агриппины Вагановой, Колпакова, Зубковская, Дудинская. И последний выпуск, который Ваганова выпустила, это был выпуск вот как раз Аллы Евгеньевны Осипенко, моей учительницы. Теперь...